Всем привет. Привет! Мы заваривать сейчас будем тошек на колонке, да. Они нормальные. Да, потом будет обзор вот на эту базу. Четырехэтажную. Да. А пока мы идем заваривать этот тошек Петра. Если мы вдруг это отключим, это значит пришли много-много Матвеев и Рай. Да. Мы просто умерли. Девочка снова. Нет, я сама. Если что, вот она, блин, пробует этот вареной дошик уже 10 раз. Я только первый. Сейчас узнаем. Да, я держи. Покажи содержимое. Ну вот, собственно, так же, да. Это типа так варится, и потом ты ешь заваренную дошку в пакете. И вода еще очень вкусная. Короче, вернемся, когда заварится. Короче, мы нашли место, где можно заваривать дошик. Под нашей базой. Да, вот она трехэтажная такая. Четырехэтажная. Короче, потом выпьем воду и будем жрать заваренный дошик на этой чудо-базе. Когда заварится... Короче, мы уже забрались на базу и жрем дошик. Пока не дошик. Она уже жрет. Да, супер. Жрем опарышек уже так. Да. Мы уже воду выпили, она вылила, тварь. Короче, теперь мини-обзор на базу. Вот здесь у нас такая полка для меня. Здесь полка для оружия с чудо-гвоздем. И тут еще наше оружие. Вот там ее место... Вон там еще первый этаж. Здесь мое царское. Еще четвертый, покажем. Да, и вот тут... Эйсинах Леди Диан четвертая. Да. Короче, да. Еще вот здесь это ее вешалка. Где у тебя еще вешалка? Вот это и вот это. У меня здесь вешалка. И вот здесь. И там четвертый этаж для Леди Диан. Эйсинах. Вот, короче, да. Сейчас будет такой мини-обзор, как маховым душек в дереве. Такой дощик. Там еще воды даже осталось. Уже почти полдушка. Она уже почти все съела. Короче, всем советую. Да. Она тоже всем советует. Хотя сначала вот этот человек говорит, что это говно. Как здесь удобно. Еще мы примерно где-то на высоте второго... Третьего этажа. Ну... Да, нам норм, если честно. Да. Тоже на высоте третьего этажа. Нас еще тут вообще не видно, типа, это наша маскировка, йоу. Да, в принципе, никто не заберет. Еще там, сними, пожалуйста, как там сложно забираться. Типа, что? Блядь, подожди, мне надо перевернуться еще, чтобы... Господи, что она все снимала? Пипец. И, короче, вон там очень крутой склон, типа, сначала. Да куда ты переворачиваешься, уже не надо. Гай! Вот, и короче, да. Дай, дура! Вот, короче, там вот... подожди. Вот там вот это вот первый этаж для самых... для циклов России, да. Вот это вот он, вот. Тут уже вот такая вот горка крутая, да. Тут надо иметь нескользкие ботинки, чтобы сюда уже на второй этаж, на третий этаж забраться. Так, туда сделаю. Блядь, дура, опустить. Тут я сижу на втором, а Рита на третьем. И наше чудо-вешалки. Моя, раз, два, и ее. Там. Да и там. Да. Короче. Я тут даже, знаешь, как плоско, потому что тут дождь нормальный. Вот здесь у меня держится телефон, в принципе, все. Вот. Вот. Ладно, всем пока. Привет, это вторая часть. На руку. Да, проблема. У нас еще штаб в квартире 156. Наверное. Да. У нас тут добавились оружие. Вот эти две полки. Это первая рябина.
репейник, гвозди и все. Да, и шишки вот здесь все. Еще. Здесь на одну шишку меньше стало, чем твари. Их было 3. Да? Да. Так, обзор на ружка. Рябина, репейник и гвозди. 2. Да. Давай кофе. Да, Виктор. Да, вот именно, блин. Да, вот здесь мы переместили наши камни вот сюда. Их стало еще больше. Напустим, Майкл, я на 4-й этаж. Все, у нас появился 4-й этаж. Бля, дура! Что я сделаю? Мне сейчас точно твой телефон уронил. Вот там тоже какой-то абориген бежит. Это вообще нахуй. Бля, ну ты пиздец нахуй. Не все? Нет. Не все, ладно. Потом передам. Короче, мы попозже снимем, как мы сюда залазим, ёлку. Короче, это третья часть, как залазить вот на это чудо дерево. Вот это пойдем. Да, сейчас на машину нас еще собьет. Да, ничего страшного. Вот там тут еще лежат камни, но тут машина ездит. Да. Но это мы упустили момент, ну ладно. Короче, да, действия совершенно профессиональные. Сюда. Вот тут я спрыгиваю, Ритус по-дедовски. Так вот. Впереди на дорогу вот сюда, подо мной. Сейчас машина собьет. А, ну да. Ну что, страшно. Похуй объедет. Подожди, подожди. Выходите быстрее. Куда нахуй? Блядь, сейчас собьет точно. Блядь, где я тебя потеряла? А, вот. В принципе, вот такое у нас расстояние от земли и до 4-го этажа. Теперь тут только хочу слазить, но мы сами его еще до конца не продумали. Еще. Объясните, вот кто слазит левой ногой? Да, вот такой мини. Короче, на этом всем пока.